самое страшное, это добрый же хирург. Да? Да. Что такое добрый хирург? Который по чуть-чуть отрезает с утра до вечера. Поэтому здесь доброта не нужна, здесь надо делать свою работу четко. И главное – результат. То есть на самом деле я говорю пациентам, мне важен результат, мы должны получить 100% результат. И если вы надеетесь на доброту, что вас там будут гладить по руке, то это не тот случай. То есть это будет неправильно. Но зато через 5 минут вы забудете, что на ваш взгляд что-то вам, может быть, сказали, или смотреть точно, или голос был более металлический, или не такой спокойный. Но результат останется навсегда. А от того, что вас гладили по руке, и вы не получите результат, это плохо. На самом деле здесь за 25 лет хирургии стало понятно мне, и давно стало понятно, что нет одного подхода, нет одинаковых пациентов. Есть пациенты, с которыми нужно вести достаточно мягко. Есть пациенты, которые должны чувствовать, подчиниться в ходе операции. То есть на самом деле врач своим авторитетом должен доказать пациенту, кто главный на операционном столе. Если мы будем делать, как считает пациент, конечно, есть очень много историй, когда можно походить, найти врача, мнение которого совпадает с вашим, но это не значит, что результат будет хорош. Мы всегда говорим о результате. То есть конечный результат, то есть в том числе и операция. Я всегда говорю пациентам, что мы делаем операцию не ради операции, а ради результата. И чем больше мы с вами поговорим до операции о тех результатах, которые мы получим, соответственно, будет лучше. Тем меньше будем разговаривать после операции. Но в любом случае, глазная хирургия, она чем отличается? Что пациент должен выполнять определенные команды хирурга. Не стоит думать, что все зависит только от пациента, но в то же время отношения должны быть партнерские. Если этого нет, партнерских отношений, то, конечно, нужно какие-то вопросы, может быть, и себе задать. Но найдя индивидуальный подход к пациенту, как правило, это всегда удается.